Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Головива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на подвижении предоставляется горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail. Trail 6, Six, Trail 6. Это велосипед 2019 года, размер колеса 29 дюймов, рама алюминиевая. Трансмиссия спереди 2 звезды, сзади 9. Данный горный велосипед для любителей хорошей езды по бездорожью, для тех, которые ценят скорость и надежность. Надежность, конечно, от американской компании Cannondale на высоком уровне. Ну, при более детальном описании хочется следующее сказать. Данная модель с размером, колеса 29 дюймов имеет покрышки хорошие, с хорошим грубым протектором, будет хорошо держать по бездорожью. При этом мягкость самой покрышки будет комфортно вести на асфальте. Пистонированная байда стандартная для горных велосипедов, тормозная система дисковая, гидравлическая от компании Shimano, вилка Santur. Ход вилки 100 мм, регулировка двойная, двухуровневая. Есть предлоут, регулировка жесткости пружины. Можно здесь зажать поршень, увеличить ход поршня на 2 см, повысится пружина сжатия на 2 см. И локаут, можно заблокировать эту вилку. При езде прямо не останавливаясь, можно нажать на кнопку, и вилка будет уже жесткая. А если вы хотите, чтобы отрабатывала мягкая, вот специально для этого есть монетка, которая вынесена на руль. Рулевая колонка у данного велосипеда Cannondale Trail 6 очень классная. Это конусообразная, которая имеет снизу чуть больше радиус, сверху чуть меньше радиус подшипника, тем самым легкость велосипеда сохраняется, а надежность увеличивается. Красивый гидроформированный руль, широкий, удобный, комфортный, тормоза гидравлические. Соотношение передач, как я говорил, 2:9. Стоят монетки от торговой марки Shimano Altus. Более детально, конечно, еще хочется рассказать про саму раму. Здесь есть отверстие, через которое пропускается тормозная система, тем самым спрятаны баудены в раму, нет дискомфорта дребезжания самих бауденов по раме. Спереди стоит переключатель, шикарная достаточно вещь, хорошо продуманная, она прикрепляется к раме уже непосредственно напрямую, нету хомута. Это делает более легким узел. Две звезды на переднем шатуне делают комфортным переключение. Сам процесс переключения сводится к минимуму. Легко при необходимости можно менять передние звезды. Для этого они откручиваются. Задний переключатель Acera, который очень хорошо срабатывает на езде по бездорожью, будет выдерживать хорошо нагрузки. Сзади кассета 9-скоростная. Шикарный вариант хорошего велосипеда. Ниппеля здесь идут в колесах тонкий французский, это выдерживает лучшую нагрузку, тем самым для хорошего велосипеда стандарт. Велосипеда хоть и горный, велосипед Cannondale Trail 6 хоть и горный, но есть возможность его установить на него багажник. Вот отверстие, тем самым здесь можно разместить багажник, на котором можно посадить ребенка, покатать или поставить на этот багажник сумку, тем самым сделать велосипед дорожным для езды в турпоходы. Легко регулируется седло при помощи легкосъемного эксцентрика, но это стандарт хорошего горного велосипеда. Если вас заинтересовал данный велосипед от американской марки Cannondale, модель Trail 6, обращайтесь в наш спортивный магазин на бульваре Перова. Магазин «Головива» рад видеть каждого покупателя, постоянным клиентам скидки. Если вам понравился наш видеообзор, подписывайтесь на наш канал. Будем рады каждому вашему позыву.